Летний зной может стать причиной солнечного или теплового удара. Но это не грозит тем, кто знает, как справиться с жарой. Самый очевидный способ освежиться – попить воды или принять прохладный душ. Правильно одеваться. Не увлекаться макияжем. Следить за рационом. Оставаться дома или в тени. А когда сам справишься с жарой, можно и о ближних подумать.